Здравствуйте, с вами снова Надежда. Сегодня я хочу с вами поделиться о своем уходе за волосами. Для начала скажу, что волосы у меня жирные у корней и сухие у кончиков, милированные. Но начну я, наверное, все-таки с масел. У меня не так много масел, всего их три. Это вот Эльсеф, экстраординарное масло. Именно желтый. Еще есть же с красной, вот это крышки, и еще какой-то новый плюс. У меня вот нравится вот это. Волосы у меня мягкие, я до мытья оставляю на ночь. И после него я пользуюсь шампунем тоже от L'Oréal. L'Oréal SF цвет и блеск. Шампунь уход 80% цвета. К нему бальзам, к нему крем-ополаскиватель. Даже не бальзам, а крем-ополаскиватель. Текстура здесь белая, текстура, цвет белый, текстура такая, ну, цвет вот белый, видите, вот, такой как перламутровый. Очень хороший шампунь, вот это шампунь, который мне, из всех шампуней, что у меня есть, я вам покажу их еще. Больше всех нравится вот именно эта парочка, в паре с маслом. Вот, и шампунь, вот эти два шампуня и масло. Следующее масло у меня, это от Yves Rocher, Manoya de Tahiti. Это масло, здесь много масел входит в состав, основное, конечно, кокосовое. Очень хорошо, я им пользуюсь только на волосы, после него волос очень долго, запах, даже шампунем, когда помоешь, не смывается. Запах все равно не вылетучится долго, до следующего мытья вот он у меня держится. Очень хорошее масло. Правда, конечно, сейчас очень дороговатое. Но если когда закончится, я обязательно куплю, потому что мне тоже очень понравилось. Очень приятное масло. Запах очень приятный. Следующее масло у меня репейное. Ну, это от Мирола. Фикс прайсе купленное. Но обычное репейное масло. Это у меня с крапивой. Тоже мне нравится очень. Извиняюсь, конечно, волосатость. Так как спонтанно решила как-то снять видео, почему-то хотела одно, сняла другое. Масло репейное. Ну, я обычно все масла пользую до мытья головы. Похожу часок. Иногда вот, если вот это вот масло, я ее использую на ночь. Оставляю на ночь, утром голову мою. Следующее. Это у меня есть спрейчики. Один это от Глискур. Вот такой спрей. Глубокое восстановление сыворотки экспресс-кондиционер. Не смывать. С аминопротеиновой сывороткой. Для экстремально истощенных волос. Волосы у меня на концах очень сухие. Вообще, значит, невозможно. Да невозможно сухие. Вот сейчас пытаюсь как-то их восстановить. В основном я сейчас все маслами. Где все в составе масла входит. Это кондиционер несмываемый. Вот. И все, что вот Глискур, шампуни, бальзамы, единственное, что мне подходит и нравится, это вот только вот такие экспресс-сыворотки. Вот, я пробовала несколько. Еще вот следующая там с семью маслами, по-моему, с маслами, с тремя или... Ну, желтенькая такая она. Вот ее, если это закончится, когда здесь у меня, в принципе, столько еще, мне еще, надолго мне еще хватит. Вот как закончится, она куплю ту. Но шампуни мне вообще не подходит. Ни один шампунь от Глискур мне не подходит. Я зареклась их больше покупать, даже и пытаться не буду ничего покупать. Зря только будет перевод денег. Следующее у меня от Avon. Advanced Technique, драгоценные масла. С комплексом Nutri 5, превосходное питание, двухфазная сыворотка спрей для всех типов волос. 100 мл здесь. Тоже мне понравилось, тоже подходит моим волосам. Тоже. Но я пользуюсь после мытья уже, когда волосы когда посыхают. Благодаря вот таким спрейчикам они мягкие и держатся долго мягкими. Да не три, они у меня точно держатся мягкими, как будто только что помытыми. Также у меня есть спрей. Тоже от Avon Advanced Technique Styling. Термозащита, лосьон, спрей для волос. Защита волос во время укладки. Я не часто пользуюсь термозащитой. Я волосы в основном стараюсь сушить
Это редко бывает, чтобы я их вот на утро оставляла. Так в основном я мою вечером, чтобы они днем, вечером, чтобы волосы сами самостоятельно высыхали. Стараюсь как бы защищать их. Вот. Когда уж пользуюсь феном, приходится вот что вот куда-то надо срочно, голова говорит, не очень свежая. Вот приходится пользоваться термозащитой. Лак у меня Got to be от Schwarzkopf. Стальная хватка. Вот как Юлианка 1981. Вот по ее отзывам, и действительно, мне тоже он очень подошел, очень мне нравится. Хватает мне тоже его надолго. Это гиперфиксация, лак для волос, для вызывающей фиксации, цементирование формы фиксации. У меня держится, вот я на бигудяшке бывает делаю, плоечкой подкручиваю. Ну вот кто-то жалуется, что он его там склеивает, может быть того, что слишком близко подносите, когда пшикает вот. Не устраивает, ну меня устраивает вот этот лак для волос. Он закончится, куплю следующий точно такой же. Перейдем теперь уж в основном к шампуням. Также у меня, когда мне хочется объема и не хочется бигуди там завивать, я мою вот шампунем от Шаума. Push Up объем. До 70% больше объема с коллагеновым по комплексам без силиконов. Для тонких и ослабленных волос. Тоже шампунь мне подходит. У меня от Шаума много, почти все шампуни я пробовала. Все они мне подходят. Волосы после них мягкие, не спутываются. Есть, конечно, шампуни, которые просто от которых у меня волосы, когда их помоешь, просто комок, я не знаю, чего-то, комок соломы, как будто бы жесткие такие вот. И они все это скатываются в комок. Даже бывает страшно, что вот так, как так, не расчешешь. Это бальзам тоже к нему. Пушап объем бальзам. Объем и невесомый уход с коллагеном комплексом без силиконов. Легкое расчесывание. Да, действительно. После него волосы легко расчесываются. Так, следующий шампунь. Ну, это у меня уже почти заканчивается. Скоро пойдут в пустые баночки. Это чистые линии. Фитоэликсир. Кожа, корни, волосы. От 35 лет. Импульс молодости. Плюс 30% питательной сыворотки с вытяжкой Энотерры. 70% отвар Аира. Энергия и сила роста. Для нормальных волос. Вот как раз от этой шампунь у меня. Раньше, когда волосы меня не милировала, она мне нормально как-то подходила. Вот сейчас, вот так как раз она мне и волосы-то спутают в комок. Просто комок солома превращается даже. Поэтому к ним я стараюсь использовать масочку. Вот такую. Тоже чистой линии. Сила кедра. Фитотерапии. Укрепляющая фитомаска. Для истонченных и редеющих волос. Предотвращает выпадение и активирует рост волос. Масочка мне очень нравится. Волосы, поясню, мягкие. Знаете, такие очень приятные. И тут написано вот 3 минуты интенсивный уход и написано 3 минуты держать. Нет, я постараюсь в маске, ну стараюсь в маске держать не 3 минуты, минут 15, полчаса, вот так вот. Ну за 3 минуты, это что она может сделать 3 минуты? Я не знаю. Я стараюсь держать 15, 20, от 15 до 30 минут. Если только маслами, тогда я могу на ночь иногда ставить. Но это тоже бывает очень редко, если это выходные. Тут уже у меня маленько осталось, здесь текстура. Ну, тут совсем на донышке тоже уже пустые баночки. Извиняюсь, конечно, за такой вид непрезентабельный. Вот такой желтенького цвета она. Очень у нее приятный запах. Очень запах приятный. Следующий шампунь. Следующий шампунь у меня Faberlic. Это Total Blonde. Это я купила после того, как волос помилирован. Total Blonde. Шампунь для светлых и блондированных волос. Технология защиты цвета. Деликатно защищает волосы, препятствует вымыванию цвета, делает волосы мягкими и блестящими. Ну что я могу сказать? Мягко очищает, восстанавливает и питает натуральные и окрашенные светлые волосы. Подчеркивает нюансы цвета и придает волосам живой блеск. Технология защиты цвета препятствует вымыванию оттенка и появлению желтизны. Шампунь смягчает волосы, делая их шелковистыми и эластичными. Подходит для ежедневного применения. Оно сочетается с маской.
для светлых и блондированных волос. Вот маску я тоже приобрела сразу с шампунем. Total Blonde, маска для светлых блондированных волос. Здесь у нас в масочке так, 200 мл, 89,56 у нее номер. Шампунь у нас 250 мл, 89,55. Я их купила сразу в паре, использую так. Хороший шампунь, волосы не спутывает. А после масочки волосы просто тоже идеальными. Я, конечно, вот очень долго я подбирала уход. Сначала у меня был один другой, как волосы помилировала. Тот уход уже мне больше не подошел. Мне приходится вот сейчас подбирать другой уход. Вот это Фаберлик у нас. Следующая масочка у меня тоже шампуньки. Извиняюсь. Следующие шампуньки тоже это тоже Фаберлик. Биоарктика. Бальзам-кондиционер для покрашенных и поврежденных и тусклых волос. Это с экстрактом медовой морожки. И шампунь для поврежденных и тусклых волос. Биоарктик. С экстрактом медовой морожки. Здесь 250 мл. Бальзам у нас 84,75 номер. И шампунь 84,74. Северные растения впитали в себя свет и энергию полярного лета. Когда солнце несколько месяцев подряд не заходит за горизонт, это кладезь полезных витаминов и микроэлементов для ваших волос. Шампунь интенсивно очищает волосы и восстанавливает их структуру. Комплекс Биоарктик «Дыхание севера». Приятно охладит кожу головы, оставляя восхитительное ощущение свежести. Богатый минеральными сок морожки возвращает волосам роскошный здоровый блеск. Волосы выглядят здоровыми и блестящими. Сначала, когда у меня волосы были мои не окрашенные, натуральные, я не могла понять, чем так нравится этот шампунь. Он с моими волосами вообще ничего не делал. Вот после того, как я волосы милирование сделала на волосах, этот шампунь, как ни странно, мне очень подошел именно для вот, потому что волосы, видимо, сильно повреждены после милирования. Вот сейчас он мне нравится. Как раз этот, я даже думала, может быть, кому-то его отдать, раз думаю, он мне не подходит. Но сейчас уже он мне подходит, и я вот его сейчас стараюсь его добивать его уже. Потом пойдет пустые баночки. По отзывам Олечки Бал. Олечка, я снова побежала, купила шампунь такой же, как у тебя. Густые и крепкие. Пантин Прови. Заметная густота для тонких ослабленных волос. Клинически подтвержденная технология. Шампунь тоже очень мне понравился. Я, тем более, Pantene Pro-V очень давно не покупала. Знаете, года 2-3, наверное, точно. Ну, пока я только купила шампунь, потому что у меня есть к нему я подобрала бальзам. Ну, есть у меня бальзам был. Покупала я в ленте. Это Beauty Formula Professional Ultra Repair Expert. Бальзам-кондиционер для окрашенных волос. Здесь 900 мл. Произведен он у нас. Так, произведен он во Франции. Бальзам-кондиционер для окрашенных волос. Бальзам-кондиционер с алоэ вера с амброй разработан специально для защиты цвета окрашенных волос. Алоэ вера питает кожу головы, улучшает структуру сухих и окрашенных волос. Амбра усиливает яркость цвета. Волосы выглядят здоровыми и красивыми. Легко расчесываются. Примечание. Бальзам дополняет и укрепляет действие шампуня Beauty для окрашенных волос. Применение. Нанесите бальзам на влажные волосы, распределите по всей длине и слегка помассируйте, оставьте на 1-2 минуты. А затем смойте водой. То я могу сказать, вот в паре с пантином, он вообще со всем шампунем работает. Ой, шампунем, я шампунь к нему не было в тот момент, когда я покупала вот именно этот бальзам. Кондиционер. Поэтому уж я, получается, в пару к нему купила пантин. Густые и крепкие. Но они друг другу подходят. Вот единственное, что мне здесь не нравится, знаете, помпа. Вот эта помпа. Она так неудобно, приходится руку держать вот так вот. Вот одной рукой приходится надавить, а другой вот так как-то здесь, чтобы это поймать. Потому что вот
Если руку будешь держать не так, все оно обрызжет все вокруг. Но никак не на руку не пойдет. Очень мне не... Ну, не нравится мне с помпой, я поняла. Бальзамы, шампуни, Как-то неудобно руку приходится вот так прямо держать, как-то, чтобы не стекало еще приходится умудряться, чтобы это с руки не стекало, потому что жидковатый. А так, очень хороший бальзам. Вот будет шампунь в следующий раз. Он, по-моему, что-то в районе 300 рублей стоит. И шампунь, и бальзам. Вот, 90 мл здесь. Так, еще у меня осталась масочка Estelle. Это от Estelle. Вот такая интенсивная маска для поврежденных волос. Покупал ее у своего парикмахера в салоне, где стригаюсь. Очень хорошая маска. На самом деле интенсивная. Очень на волосы так увлажняет она их мне. Когда вот ей попользуешься, вот, прямо, знаете, вот руку от волос, вот, все время там что-то поправлять хочется на волосах. Очень хорошая. Я бы посоветовала. Конечно, паночка не очень. Здесь у нас сколько миллилитров? Я что-то даже не посмотрела. 500 миллилитров здесь. Вот она у меня уже год. Я еще ей часто пользуюсь, но половину она какая-то нескончаемая. Вот у нее такая, как, ну, как каша, что ли, наверное. Как масло, густое масло. Растопленное сливочное масло. Вот такая у нее текстура. Запах очень приятный. Тоже на волосах держится очень хорошо. Даже вот очень хорошо запах. Ну, долго держится. Очень хорошая маска. Но сейчас, по-моему, она немного в другой, потому что еще мне это... Сейчас немножечко и цвет, по-моему, другой. Но вот она интенсивная маска для поврежденных волос. Мне от Estelle... Раньше что-то, и шампунь, и все было. Вот единственное, что мне сейчас осталось, только вот эта маска. Я посоветовала бы. Ну и еще у меня есть флюид, я покупала. Это Faberlic. Hair Strong Бальзам Флюид для секучих кончиков волос с маслом амла. После мытья я мажу кончики. И вот когда я... Раньше я не могла понять, почему у меня тут помоешь, вроде волосы помою. Но они все равно висели как сосульки. Вот когда я еще стала мазать после мытья бальзамом флюидом, такого нет. Действительно, как будто она, видимо, у меня кончики запаивает кончики так хорошо. Здесь у нас 15 миллилитров. Единственное, что здесь хочу сказать, когда вы будете, если вот кто-то его все-таки будет покупать, заказывать, вот с этой штучки, когда будете, вот поаккуратнее. Вот видите, у меня она практически сразу, я ее открыла, только вот нажала, она почему-то, знаете, сразу отломилась. И тут она, получается, отломилась, так у меня был для под глаза крем от Планеты Органики, что ли. Вот тоже так же вот эта сломалась штучка. Вот. Так что мне приходится сейчас как-то ее тут держать, тут вот так держать, тут вот этим пальчиком держать, придерживать, чтобы она, потому что и тут течет. Вот единственное, что вот паста поаккуратненько, когда будете открывать, поаккуратнее, чтобы она у вас не сломалась. Или это не я просто неаккуратно так открывала. Вот такой бальзам флюид. Сейчас, по-моему, даже скидочки, что ли, там на него есть. В 16-м каталоге, по-моему. Вот. Ну и, конечно, у меня есть фикс прайс, еще есть две биомаска. Это для объема волос, для любого типа волос. Ростки сои и красный клевер. Тоже как-то попробовала, я их пробовала в паре вот с этим от Шаума. Вот от Шаума шампуньку. Извиняюсь, там грохнулся у меня. Вот от Шаума шампунь и вот масочку эту. Единственное, что-то... Если я пользуюсь маской, то уже кондиционером я уже не пользуюсь, потому что это будет уже, наверное, перебор для волос. После масок еще и бальзамом, потом кондиционером помыть. Хорошая маска. Плохого ничего не могу сказать, даже из того, что она есть в фикс прайс. Очень хорошая. И бальзам блеск для длинных волос, увлажняющий.
Семя льна и крапива. Очень хороший бальзамчик. Волосы действительно блестят после него. Мягенькие. Это органик натура, по-моему. Вот. Здесь у нас 200 мл. Это Маграф. Всем известная фирма Маграф. Гладкость и блеск по всей длине. Био-экстракт семян, пантенол, экстракт крапивы. Тоже очень хороший бальзам. Тоже могу посоветовать. Ничего плохого он с моими волосами не сделал. Вот здесь такой. Вот сейчас это мой такой уход. Пока нового ничего приобретать не собираюсь. Просто надо это огромное количество вот этого всего. Всего этого надо просто позаканчивать. А уж потом браться за новое. Всем спасибо, что меня посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем всего хорошего, всем удачи. До свидания. Спасибо.